Помню, дело было летом. Шел мне 41-й год, взял любовницу Катюху и рванул с ней на курорт. С Катькой я обрел свободу. Петь, купаться, пить, любить. В общем, братцы, понимаю, только начинаю жить. Утром, наш встревожив сон, зазвонил вдруг телефон. Алекс Юстасу, секретно, это тесть. Привет, зятёк. Вас вчера с твоей подругой вражеский шпион засёк. Все доложено жене. Завтра, Васька, быть в войне. Мне оставили детей. Теща тоже едет с ней. И поправ договоренность, вероломно, в час ночной, мчит на мирно спящий город Боинг с тещей и женой. Чтобы более понятно атмосферу передать, дальше я жену и тещу буду немцам называть. Только немцы приземлились, Вася уж одет стоит. То не спичка, как в казарме. Это ж задница горит. Принимаю я решение. Битва. Контр-отступление. А что с подругой фронтовой? Катьку взять решил с собой. Почему рискнул ты жизнью, за собой ее везя? Потому что брат Катюшу немцам оставлять нельзя. Переждать атаку фрицев мы решили в блиндаже. В санатории Светлана на 4-м этаже. В блиндаже сидели тихо. Немцы, если нас найдут, курка млека им не нужно. А вот яйки... Пронесло? Не, мужики, немцы ведь не дураки. Адрес моего айфона четко виден был жене. В этот раз американцы не на нашей стороне. Думал, все, уже смирился. Тут союзник объявился. Из Твери благая весть, там на даче запил тесть. Тесть французом оказался. Чуть прижали, сразу сдался. Расскажи, как бой настал? На рассвете враг напал. В дверь стучатся. Все, капут. Гутен морген, тёркен тут. Даже я перекрестился. Дернулась сама рука. Не бывает атеиста, когда палят мужика. Дверь упала и попер. Жена, теща, транспортер. Рвались мины унижений. Залпы мата нас трясли. Что же дальше? Дальше немцы в рукопашную пошли. Были биты мы с Катюхой, сдались натиску врага. Вот такая вот, ребята, черноморская дуга. Думал, расстреляют. Хрен. Вот уже 3 года плен. Извинился, отпустили. Никогда тому не быть. Чтобы русский вдруг у немца стал прощения просить. Слышь, Василий, напоследок дай нам дружеский совет. На любовном фронте стоит воевать нам, а ли нет? На любовном фронте стоит или нет? Вы за подвигами, братцы, не ходите на моря. Лучше дома раз в неделю партизанить втихаря.